Сладости наравне с валентинками – главный атрибут дня всех влюбленных. Чтобы удивить свою вторую половинку, кишиневцы отправились на поиски элитных, авторских, необычных шоколадных конфет. Лучше всего продаются шоколадные сердечки. Они наш номер один на этой неделе. Они у нас 7 видов. Есть с гибискусом. У такого шоколада довольно экзотичный вкус. Лилия Андреева – кондитер. Но готовит она не конфеты, а шоколадные коробки для подарков. Конечно, в форме сердца. За этим скоро должны приехать. Я сделала белое сердечко и положила внутрь кольцо. Не знаю, будет ли это предложение руки и сердца. Не хочу выдавать подробности, чтобы не испортить сюрприз. Такое сердечко-коробка стоит около 450 леев. Его срок годности – несколько недель.